Здравствуйте, приветствую вас на сайте Money Day. В данном видеоуроке мы поговорим на тему фриланс для начинающих. Итак, если вы дошли данное видео на YouTube, то снизу в описании будет ссылочка на данную страницу. Перейдите по ней и вы попадете, в общем-то, на данную страницу. Здесь подробно вы можете почитать, что к чему. Итак, вот, есть вакансии для начинающих фрилансеров. То есть вы можете вот посмотреть их все, то есть что они означают и что здесь нужно делать. То есть реально может зарабатывать каждый, абсолютно каждый. Вот, но первое, хотел бы отметить то, чем новички обычно хотят начинать заниматься, это копирайтингом. То есть что это такое? Это написание новых уникальных статей. Вот, пример, вам дают задание написать текст на тему заработок в интернете примерно в 3000 знаков. Знаки — это буквы. Если вы грамотный человек, умеете преподносить свои мысли в отличном виде, либо вы просто уже давно пишете что-либо, то данный заработок, безусловно, для вас. То есть, я думаю, вы поняли, что вы напишите, допустим, вам дают задание, вы пишете статью, и за это вы получаете деньги. Это можно делать на фрилансе, но также это можно делать на бирже контента Advega. В чем здесь плюс продавать свои статьи на бирже, чем писать на заказ, как бы? Тем, что вы можете писать абсолютно любые статьи, абсолютно все, что угодно. Статьи, стихи, рассказы, там все, что вы любите, то и пишите. Абсолютно неважно что. И продавать их вот здесь, вот на бирже контента Advego. Здесь реально, то есть, ну, ничего сложного, просто заходите в магазин статей, продать статью и, пожалуйста, можете продавать. Итак, ну это то, что касается копирайтинга, не будем долго останавливаться на этом. Также есть отличный вид заработка, вот, работая переводчиком. Если вы знаете какой-либо язык, абсолютно из любых языков, там английский, хотя бы хоть что-нибудь, вы реально можете работать просто классным переводчиком в интернете на фрилансе. То есть там реально очень требуют таких людей, которые смогут перевести, потому что, да, в интернете есть электронные переводчики, там типа ввел текст, перевел. Но все мы знаем, что по правилам там никто не переведет никогда. То есть правильно перевода никогда не будет. Итак, поэтому нужен реальный человек, который сможет это сделать. Также есть, если вы чувствуете, что у вас склонность какая-то к дизайну, допустим, вы любите рисовать или что-то еще, абсолютно все что угодно. Рисуете там, видите что-то где-то там. Ну, я думаю, вы понимаете, что такое дизайн, в принципе, что-то объяснять. То на фрилансе тоже очень ценятся эта работа. И за нее реально очень платят немаленькие деньги. Ну, в принципе, да, сначала, конечно, будет сложновато с этим всем разобраться. Но все же, если у вас есть какая-то склонность, то советую именно заняться этим. Если вы еще не зарегистрированы на фрилансе, то просто в поисковике напишите «фриланс», зарегистрируйтесь, и там увидите вот кучу таких вот вакансий. Вот вы просто нажимаете на любую, абсолютно на любую, которая вам понравится. Там, вот, допустим, фотографии, это там, кто там любит фотографировать, фотки там обрабатывать или что-то еще. Видео точно так же, то есть надо что-то обработать видео, там 3D графика, если там в 3D Max, допустим, занимаетесь, я там не знаю. Вот, менеджмент, инженерия, вот. То есть веб-дизайн, ну мы видим, что много-много различного. Тексты — это, то есть вот это нужно там писать тексты, либо переписывать, то есть это называется рерайт. Если вы старый текст переписываете, как бы можно сказать, на новый текст. То есть чтобы он был уникальный, нужно просто как бы своими словами переписать. Ну, думаю, понятно. Если вы еще не готовы всем этим заняться, в принципе, если вы еще думаете над этим, то можете просто начать зарабатывать на проекте WeMail. Здесь реально возможно заработать около 2-7 долларов в день. То есть, ну, пока вы думаете, просто можете здесь подзаработать немного денег, скажем так, подколотить. Вот.
Как зарабатывать на данном проекте, я писал в этой статье. Вот, перейдете в эту статью, и здесь вы увидите, как здесь реально зарабатывать деньги. Скриншот выплат моих на кошелек WebMoney, конечно. Надо обзавестись кошельком WebMoney, если у вас еще его нет. На моем сайте, вот здесь вверху, вы можете нажать «Регистрация в WebMoney». И здесь конкретно описано, как его зарегистрировать. Ну, в принципе, ничего сложного. Вот. То, что касается WeMail, здесь вот есть видеоурок, как зарегистрироваться. Есть видеоурок, как выполнять задания. То есть выполнять задания очень просто вообще. То есть просмотреть сайт, вступить в группу там ВКонтакте, либо там написать комментарий кому-то. То есть, ну, обычные задания, за которые платят там небольшие деньги, но если выполнять там хотя бы 50, там 100 заданий в день, то можно подрубить неплохие деньжатки. Здесь также на WeMail можно продавать статьи, так что вернемся к этому. Если вы умеете писать статьи, то вы можете продавать их и на этом сайте тоже. Итак, ну, в принципе, что тут скажешь. На этом все. Читайте мой сайт MoneyDay, здесь всегда много интересного, справа много способов заработка различных. Всего доброго!